3 августа в здании управления коммунального хозяйства города прошло внеплановое совещание с участием руководителей коммунального блока под председательством начальника УКХ Арсланали Мустафаева. В своем выступлении Арсланали Мустафаев отметил, что представители коммунального хозяйства осуждают любые проявления насилия и актов террористической направленности. Если даже есть какие-то мне такие непонятные, может быть, от руководителя в твоем коллективе или в чьем коллективе, потому что коллектив большой, если даже какой-то непонятный есть, то дать правоохранительные органы, сказать, посмотрите, проверьте этого человека. Или если сам объясняешь, что если сам не понимает человек, то нужно обратиться в правоохранительные органы, сказать, поговорите с этим человеком или что-то. Потому что самый большой коллектив у тебя. Мы связаны почти со всем населением, и за это еще раз говорю, что как повторяется получается. Если есть какой-то непонятный человек, не нужно его там что-то как-то, когда даже абонементский отдел заходит, это понятно бывает, по человеку обращение, по вниманию его. Само взять просто адрес, анонимно написать, правоохранительным органам сказать, мы были там-то, проверьте этих людей. В свою очередь, выступивший руководитель МУП «Хозблагоустройство» Абдулкерим Кутбудинов рассказал, что сотрудниками предприятия для профилактики еженедельно проводятся разъяснительные работы и инструктажи действий в непредвиденных ситуациях. Также с осуждением действий лиц, которые теми или иными путями связаны с террористической и экстремальной направленностью, выступили все руководители. Значит, есть ли такие проявления? Если есть, значит, провести разъяснительную работу. Чтобы не допустить, всякое бывает, мы просто не озабочены. Но я думаю, в нашем коммунальном хозяйстве такие проявления, им некогда такими делами заниматься. Да. Они работают, они зарабатывают на свою жизнь, на содержание семьи. По итогам собрания Арсланали Мустафаев призвал при выполнении своих обязанностей обращать внимание на подозрительные личности и предметы. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».